Югорская делегация во главе с губернатором Натальей Комаровой работает в Венгрии. Накануне прошла встреча с председателем Национального собрания страны. Ласло Кьовер поблагодарил Наталью Комарову за поддержку в создании кабинета изучения венгерского языка в Югорском государственном университете. Иностранные партнеры предложили югорским студентам принять участие в программе «Стипендия». Благодаря этому проекту 200 студентов из России смогут учиться в венгерских вузах. Кроме того, между Югрой и европейской страной развивается экономическая сотрудничество. Наталья Комарова отметила, что товарооборот между партнерами за 9 месяцев прошлого года превысил 110 тысяч долларов США. Во время командировки в Будапешт губернатор Югры также встретилась с венгерским бизнес-сообществом и соотечественниками, которые сейчас проживают в стране. А сегодня у Натальи Комаровой запланирована поездка в город Залаегерсег. Здесь работает единственная школа в Венгрии, где изучают русский язык.